Сын, сынок, посмотри на меня. Послушай. Отвали, пожалуйста, а? Вот это глубокая мысль. Майя с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на Мармаша не мог играть в игры. Анимация. Да, это анимация про то, как он не мог играть в игры. Анимация про мозг будет чуть позже. Поэтому не обижайтесь. Да, я знаю, что что-то две анимации, но они как-то вышли супер быстро. Мармаш, не гони. Он слишком быстро разогнался. Вот эти мармока. Сегодня мы снова поговорим про те стародавние времена, когда деревья были выше, конфеты слаще. Мозг тупее. А у меня не было компа. Без компа грустно. Я помню, компьютерный клуб пару раз ходил. Не потому, что у меня не было компа, у моих друзей не было компа. Мне уже вот-вот исполнится 13 лет, а у меня действительно все еще не было компьютера. Ну, не то чтобы я был единственным подростком в городе без компа, нет, тогда это была довольно распространенная проблема. Темные времена. Да. Пап, пап. Что тебе нужно? Ну, у меня скоро ДРЭ, да, и вот хотелось бы получить комп. Ага, нафига? Ну, как нафига? Ну, он мне нужен, он нужен мне... Для учебы. Он нужен мне для учебы. Ага, блин, конечно, для учебы, да, естественно. Это самый тупой аргумент на свете, но... Но он прокатывал. Многих родителей в то время он действительно срабатывал. И мои были не исключением. Ну да, слушай, да, так ты прав, наверное. Да, безусловненько, да. Ну давай так, закроешь год без троек, будет тебе компьютер. Окей, батя, вызов принят. Я, блядь, готов. Так, Мармашов, годовая оценка алгебры и геометрии 3. Я, не был готов. Блин, я даже не знаю, на что я, в общем-то, рассчитывал. Но мне так хотелось получить мой первый компьютер, что, по сути, я пошел на преступление и поделал годовой табель. Это вскрылось через полгода, и я получил довольно жестокое наказание. Но давайте этот момент лучше опустим. Тем более, это не так уж и важно. Преступник! Короче, мы поняли, что чтобы нам поиграть на разных компах, нужно было проложить сеть. В нашем доме жили еще несколько пацанов, мы закупили кабеля и протянули через хаб сетку между четырьмя квартирами. Последним в очереди на подключение был я, и мои лояльные и понимающие родители сказали «нет». Нет, но почему? Я что-то не хочу, чтобы у меня какой-то кабель по всей квартире валялся. О, классическая мама. А если все пацаны с девятого этажа прыгнут, ты тоже прыгнешь? Да нет, у нас тут девятиэтажек, блин, ну как обычно, ну что... Сын, сынок, посмотри на меня. Послушай. Отвали, пожалуйста, а. Вот это глубокая мысль. Ну ладно, может, не переживай, поиграй просто там в GTA какую-нибудь. Да фиг ли мне твой GTA, блин, Сан Андреас, подзаколебало уже. Ну, когда уже, блин, сделают GTA в России, там, не знаю. А вот, кстати, это в России. Мечта стала реальностью спустя 15 лет. Энтузиасты из Steam создали проект «Провинция», который перенесет тебя в знакомые реалии нашей необъятной, где есть музыка, вообще. Ну, это забавно. Тут огромная карта, больше, чем GTA Сан Андреас. Ну, они фанат Сампа. Поэтому перемотаем. Короче, как вы поняли, я тогда... Спасите в моем сердечке. Пока в городе не произошло одно событие. В конце 90-х в Урае соорудили небольшую симпатичную площадь, на которой поставили паровоз. С вагонами, блин, и даже станцией. И сейчас я понимаю, насколько это там? Странный объект, потому что Урай, ну, не вот тебе столица железнодорожников. Да блин, ближайшая ЖД-станция находится в 120 километрах от города. Нет железной дороги. Почему нас поставили этот паровоз, я, блин, до сих пор не знаю. Ну, прикольный, сначала типа. Сначала там было детское кафе. Потом он миленький. Закрылось, долго все пустовало, но спустя несколько лет помещение занял игровой клуб. Интернет-кафе, но, блин, ладно, большинству тогда было наплевать на интернет. Я даже не уверен, что он там вообще был. Никто этого не проверял. И самая тема была... Мне кажется, его там и не было. В нашем микрорайоне всего 300 метров от дома, а поэтому стал нашим вторым домом. Правда, буквально через дорогу стоял местный ПТУ. Естественно, гопота и шаради тоже. Тоже облюбовала это место, поэтому контингент омрачал. И если с админом... Самый милый. ...она вела себя как котики... ну поставь 5 минуточек на второй комп, ну пожалуйста, Да вот с посетителями клуба они вели себя иначе. Слышь, пацанчик, дай чирик. Да нет, у меня все уже на комп вкинул. Да че ты базаришь, а? Дай поиграть до 5 минут, че ты как это? Да ты не видишь, я играю, ща, ну ты офигеть мешаешь как. Да где тебе мешают? Где тебе? Где тебе мешают?
Да, блин, а. Но в целом все равно было очень здорово, потому что воспоминания об этом месте самостоятельно есть позитивные. Конечно, этот клуб давным-давно закрыт, и прошло уже больше 12 лет, что там открыто теперь? Я уехал из Урая, да и самурай изменился. Но вот паровозик до сей поры так и стоит на площади у 15-го дома. А что место компьютерного клуба? Обычный памятник юности, которая, к сожалению, покинула меня навсегда. Слава Богу, мы все юны в своей душе. И будем юны. Всегда мы будем детьми. Спасибо за просмотр, дружок. Что-то как взрослые это тоже дети. Но если понравилось, то подпишись на этот канал, а то... Блин, на самом деле, у каждого были всякие истории из детства, которые прям щепетали твою душу. Всякие милота и прочее. У меня тоже был. У меня не было моего прям компьютера. У меня вообще семья была с тремя детьми, получается. У меня была старшая сестра, я был средним, и у меня есть младшая сестра. Почему была старшая? У меня есть старшая сестра. Так говорю, будто бы... Нет, ничего не случилось. У меня есть старшая сестра. И компьютер стоял в ее комнате поначалу. Это был мрак. Она мне давала иногда играть в компьютер. Хотя она мне подарила, помню, в то время GTA San Andreas. Ну, не давала играть в компьютер. Ну, а мы вместе играли в Sims 3 и в No One Lives Forever, помню. Никто не вечен. И еще что мы делали. А я Warcraft еще играл очень много. Обожал Warcraft. И Command & Conquer обожал. Вот. Зачем я об этом вам рассказываю? Не знаю. Подписывайтесь на Мармажа, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на всех в этом мире. Будьте милыми добряшами, ставьте лайкосик, комментарии оставляйте. Я их читаю, правда. И я хотел забыть, хотел напомнить, точнее, что у меня есть как бы промокод. С водичкой. И всем удачки. Всем пока.